Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как же отключить или включить App Store. Для чего это нужно? В первую очередь, если у вас есть дети, то есть если вы переживаете, чтобы они накачали каких-то приложений там и всего остального, проще всего обезопаситься и вот такую ситуацию сделать. Бывает такое, что уже каким-то образом, вот люди мне писали, что отключили эту функцию как-то, что нету App Store. Это решение простое, на iOS 13, это заходим в экранное время, активируем экранное время, вот. И заходим в конфиденциальность. Вот как она только прогрузилась, контент и конфиденциальность. Активируем ползунок покупки iTunes App Store. Вот установка приложения у нас стоит да. Ставим на нет, все, App Store у нас нету. Как видите, App Store здесь пропал, он был здесь. Сейчас его активируем точно так же, и он появится. Вот смотрите. Нажали да, вот он, наш App Store, как можете заметить. То есть заполнили, да? Зашли в настройки, экранное время. Активируете, то есть заходите в контент, конфиденциальность, покупки iTunes App Store, установка приложений, ставим на нет. Также есть вот удаление приложения. Если вы переживаете, ставите на нет и не сможете удалить никакое из этих приложений. Тоже очень классная функция. Запоминайте, очень круто. А чтобы у вас хватало денег для всего и для всех, посмотрите это видео. Ювелирная компания, которая существует в Украине с 2018 года, августа месяца. Они принимают депозиты на вклад в серебро и золото, закупка ломом и продажа изделием. Здесь предоставлен выбор выплат. Еженедельно, ежемесячно, раз в 3 месяца, раз в полгода, раз в год. Более-менее будет понятно здесь, как я расписал. Это будет тот процент от той суммы, которую вы вложили. Очень приятно, комфортно, приятные дивиденды, карьерный рост. Ссылка в описании. Итак, вот, сами все видели, все классно, комфортно, как первое видео, то, что я вам рассказывал, как этот второй проект B2B. Смотрите, оставляйте ваше мнение, делитесь, опять же, вашим мнением в комментариях, для меня это очень важно. И не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!